Это мультик. Так, ну вот, решили с Артемкой снять эту пленку защитную с Риллами 10. Поскольку тут уже вот образовались вот эти пузыри, и, конечно, уже будет не очень симпатично пользоваться таким. Хорошо, уберем защитную пленку тогда, будем без нее. А пленочки, смотрите. Вау, чистый дисплей. Ну да. А это пленка, видишь? Тут нету стекла. Ну это да, это защитная пленка, которая была от производителя сюда поставлена. От производителя. Да. Вот чистый экран. Теперь пленки нет, теперь надо будет с ним особенно осторожно, чтобы ничего не поцарапать, потому что защиты теперь уже у него нету. Пленочный такой, который защищал от царапин и каких-то таких вот. Вот такая вот. На Риллами нет какой защиты? Да, да. Вот это вот. Оно клейкое. Ну, она клейкая, да, пока вот еще клей у нее там сохранился такой, да. Но она уже одноразовая, она уже не будет держать. Поэтому на нее уже... И дисплей. Ну, да. Так, так. И заново приклеить. Но я сомневаюсь, что это будет держать. Да, она уже не будет, более она тут уже грязная. Потому что на стол сюда жирные какие-то пятна на ней там могли появиться. Ты будешь вот пыли. Так вот наклеить. Угу. Это защитная пленка, стекло. Ну да, такая вот особая, да, такая вот пленка. Не знаю, там она из чего, но да. Защищала экран. Так что, наверное, у меня нет никакой защиты. Ну да. Так. Так, закрываем. Так. Так. Чтобы вот такой вот чистый шовты избрать. Брать такое стекло, брать. Тут у нас... Оно, наверное, даже не стеклянное. Она такая, знаешь, какой у нее такая, как пленка из чего она сделана-то? Типа там... Видишь пленку? Ну да. Пленка моется. Угу, ну да. Видишь? Мыть пленку с ней. Видишь? Грязный. Да, она теперь грязная, она грязь прилипает к ней уже, да, так что к этой, которая клеющаяся часть, сторона клеющаяся, там, конечно, всякая пыль, грязь сразу прилипает. И... Вот смотрите, они отлипают. Угу. Слабее напорчик делай, чтобы не разгрузилось. Все, клей у нас остерся практически. Ну, там полотенце есть, можно им утереть. Вот лежит, видишь, там вот тут. Папа, как же его вытереть? Оно же все равно запачкается. Да, оно все равно запачкает. Хочешь, чтобы я помог вытереть? Давай попробуем. Помоги. А чтобы не запачкалось? Ну, вот этого я не обещаю. Давай попробуй, если хочешь. Или выкини вообще ее уже. Нужна она, не нужна тебе. Ты ее куда-то хочешь еще приспособить? А что ты? Ничего. Я пошла. Не слишком популярно. Не получилось это. Что-то срезается. А ты что там хочешь с ней сделать? Хочешь ее опять приложить к телефону, что ли? Да. Да. Интересно. Вот такие вот. А чтобы было сухим. Главное. Вот. Пока стекло у нас было сухенькое. Сухенькое. Ладно, ты телефон забыла свой. Телефон свой забыла. Где? Дать тебе его? Да. Зарядка есть. Пап, сними, как ты будешь. Угу. Так. Видишь?
А почему она была здесь приспособлена? А где же еще ей было? А сюда, сюда приспособлена. Ну да, вот так она была. А вот так это она была? Угу. Так. Так. Конечно, тут... Вот, неровные поверхности, но все равно это, видите? Да. Отклеивается. Отклеивается, да. Ну, она такая одноразовая, ее надо обычно один раз ее приклеивать, и все, потом она уже не будет держаться, если ее пытаться отклеить потом как-то. Ну да, да, так уже она. Видишь, сними. Видишь, чистить. Стекроти. А вот так вот надо, понятно. Сухенько. А вот теперь самое главное. Самое главное прибомбасить. Это стекло, папа? Угу. Это стекло. Ну, его называют стеклом или защитной пленкой вообще. По-моему, она такая, знаешь, не стекольная, не, там, не, у нее какая-то основа. Вот я помню, вот это все-таки не стекло, она сколько пленка. Вот у айфона была такая стеклянная пленка, помнишь такая, да? Да. Она прямо трескалась, а это вот не трескается, она просто отлепляется и все. А вот у айфона была стеклянная такая основа. А если его попытаться уже приклеить повторно, видишь, уже клейка ослабевает. Ну да. Клей ослабевает, он уже не такой клейкий становится. И вот это... Клеим. Насколько я помню, анатомию. В телефонах мобильных он здесь находится. А стекло защитное. Вышка. Пап, посмотрите. Угу. Пап, посмотри, как оно держится. Вот. Угу. Видишь? Да, вижу. А видишь, на пожаре появились еще больше. Видишь? А видишь, как они траекторию меняют? Вижу, да. Как будто какая-то игра. Угу. Да, да. С пузырями. Угу. А пузыри появились, но это уже обратно не приклеить. Видишь, пузырь не уходит. Ну да. Все равно остается, видишь? Угу. Какие пузыри остаются. Видите, тут плохо видно. Угу. Плохо видно тут. Вот. Вот этот номер. Вот этот. Неправильно набран номер. Угу. А почему это стекло уже не держит? Да, ну это пленка, не стекло, а ну, клейка основа уже потеряла свою силу. Клейка основа! Сними! Это такое защитная пленка стекло. Угу. Защитная пленка. Угу. Вот. Ценная пленка, все. Все, липкий слой ослаб. Да. Теперь мы ее повторно приклеиваем, чтобы было все ровно. Тот чехол и вот это. Это у нас камера для... Это ход для камеры. Так, устанавливаем стеклопробасы. А прибамбасов таких вот. Вот так вот. А вот так вот я прилеплю. Ага. Вот так. А видите? Видите? Как будто на самом деле держится, но еще надавить на эту пульсацию, то
Видите, что происходит? Угу. Как будто. Да, но если на эту поверхность надавить, то вот такие островки получаются. Где прижимается она и где. Папа, как будто оно держит, но на самом деле оно легко. А видишь, она уже не держится. Да. А почему она не держится? Почему она одноразовая? Ну, клей уже не держит. Одноразовый, так разработчики. Такие свойства у нее этой пленки. У стеклянной. Да, она скорее такая пленочная, не стеклянная. Пленочная, да? Вот так вот. Приклеим плотненько. Но уже пузырьки мягкие. Слышите? Да. О-о-о! Включил, да, надо галочку опять провести, чтобы отключить, наверное. Выключите. Все, отключили. А почему жесты при включенном? А ты настройки такие, помнишь, сделал? Что при экране, при заблокированном экране, вот можно так вот. Папа. Включить. Аски, смотришь. Жесткое движение. Ой. Жесткое движение. Все, мы выключили жесты, мы выходим. Да, и камеру давай выключать, я тоже много снято. Выключаем камеру.